Площадками для проведения конкурсных испытаний «Мастер года» станут 5 тюменских колледжей. Сегодня, до начала официального открытия, финалисты приехали на экскурсию небольшими группами, чтобы познакомиться со студентами, которые будут принимать участие в открытых уроках, а также посмотреть кабинеты и проверить оборудование. Технику строительной индустрии городского хозяйства сегодня рад приветствовать финалистов конкурса «Мастер года» на своей площадке. У нас сегодня будут, принимаем мы у себя в гостях 21 участник, будут соревноваться по разным профессиям, специальностям технического профиля и строительного профиля. Мы подготовили максимально для них базу, предоставили все расходные материалы, оборудование, инструменты, подготовили учебные кабинеты, мастерские, лаборатории. Все в соответствии с их запросами, с их инфраструктурными листами. Кабинеты какие-то даже пришлось немножко перестроить, но все лишь бы комфортно и удобно было провести и качественно учебное занятие нашим конкурсантам. В финальном этапе конкурса «Мастер года» выступят 89 представителей со всех регионов России. Это 68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения. Всего презентуют 53 специальности и профессии. За честь Тюменской области будет бороться преподаватель Тобольского многопрофильного техникума Андрей Томилов.